Ну и как мы поступим? Так, с частотами закончил я. Как? Смотрите, у нас две группы, если не ошибаюсь, пехоты. Так, раз, два. У нас есть вертолет, боевой, и группа снайперов. Вот, снайперы вот что могут делать. Они, скажем, где-то в районе шахты могут с пехоткой. Пехоткой, допустим, самая малочисленная, это Браво. Занять позицию от шахты на востоке, высота 23,51. Ее вот эту частоту, высоту всю почистить, занять там позицию снайпера. Пехота будет дальше штурмовать шахту, а снайперы будут базу крыть и город там, в этом районе базы. А где мы будем высаживаться? Высаживаться, ну, метка была где-то. У нас А, на севере, да. заметили. Ну и там высадиться все. Просто один отряд пойдет одним заниматься, другой другим. А основная альфа, она будет штурмовать сразу шахту. А Браво будет помогать снайперам зачистить высоту. Как только высоту зачистят, проверят, сразу помогает. Так, Браво уходит вся помогать толпа идет с Альфе. севера. Ну а как? Нет, я просто уточню. Вообще как? Мы высаживаемся, сейчас нарисую. Может, снайпера как-то отдельно? То лучше пехтура пускай отдельно идет. Что, вы план построили? Ну что, есть Прок на связи. идея? Вот Что? Браво со снайперами идет в шахту, и ты высоту защищает, а... Ну, эти, как они, отбросы, которые пехота обычная, они пойдут, не знаю, с востока. А смысл вообще Жить. что по смыслу? с востока идти? А может сюда снайперы? А? Как вы доберетесь сюда на На машинках? машинках. Но Ты вы можешь тогда подцепить по какую-то дорогам не технику? катаетесь совсем. Потому что у нас в прошлый раз на Сахе, в районе перевала, Сарсанг, нас РПГшники приняли. Мы даже не поиграли. Я предлагаю не распыляться силами, а всем пойти с района шахты. Я про это и говорю, да. Я понимаю, Вообще, что и снайперы Альфы, и хотят. Бравы, И и... подать, а на Чинуке все поместятся? Брок Обби это у нас что, пилоты? Да. Ну Кобра. вот, и Страйкер я вот возьму, допустим. Ну и на Кобре, а в зоне. Я понимаю, окей, у нас техника, но уже Страйкер остался. Ты ничего не менял, Паша? Все Страйкер есть. М2, Хаммер М2, Хаммер... Все вот это есть, да? Да. Ну, снайперов там плюнуть, думаю. Горец. Можно, кстати, если есть тросы, цепануть чинуком Хаммер. Не Хаммер, а Страйкер. Там его скинуть. Туда же скинуть и пехоту на этом всем. А КВ на Альфу будет? Есть КВ Есть, на потому Альфу. что там Ладно, сейчас будут 200, 200 все эти пускай. талибы Они ну, распрядутся, да, их смять разбегутся. очень легко будет. Короче, смотрите, Альфа. Вы лезете на высоту сначала, проверяете эту высоту. Потом с этой высоты в шахту спускаетесь вниз через камни. В этих камнях всегда какие-то маслята сидят. Там всякие снайперы и прочая шелухонь. Вот, через них Мы поняли. проходите, их убиваете. Заходите в шахту, взрываете. Если не успеет до этого сделать Браво, после того, как проверит высоту для снайперов. Вот, Браво тоже тогда спускается в шахты. Я предлагаю, может, Браво и будет заниматься шахтой под прикрытием снайперов, а мы просто на высоте техникой выйдем, постараемся просто Ну, если сможете подождать. технику доставить, сможете. Ну, это будет основная задача. Да какой у тебя план, давай? М? Если водителем Да будет ездить, озвучивай свой, то... озвучи свой план, потому Нет, что я все просто все. корректирую твой, то есть, в принципе, Браво и снайп под прикрытием снайпера в шахту ходит, а Альфа постарается вот эти высоты от Сангенахта до шахты как-то, ну, занять и просто, ну, Ну, шорохом выйти. ожидает подхода вражеских Страйкер сил ехать и их будет? отсекает, да, согласен. Да давайте вверх, короче, идем. На юг. В оптику все смотрим внимательно. Тут могут снайперы всякие маслята и прочее дребедень быть.
ДВ есть у кого-нибудь? Как поняли, ДВ есть у кого-нибудь уж? GPS у всех же, я надеюсь? Да. Отлично. Так, а снайперы... Говори. Снайперы пошли с нами или на... покатились на этих... на квадриках? С нами один и... Отлично. Сначала высоту занимаем. Альфа занимает, проверяет высоту, потом свою высоту, и потом на шахту. Ну там по ситуации, либо они, либо мы. Надеюсь, кобру собью. Вообще снайперы могут одни проверить высоту, а мы же сразу на шахту. Да нет, думаю, надо, чтобы кто-то с ним пошел, у них там еще дально больно это. Ну ладно, зайдем проверим потом. Ну да, кстати, с этой высоты легче спускаться, согласен. Хотя... Полетало, походу. А, это что ли, походу, стрела в нее? Ну да, в колонку по ней. Похоже, на противоположном склоне, на южной стороне от города, Зуха стоит. Судя по направлению стрельбы, оно на противоположном склоне где-то сидит, либо возле шахты на этих, на высотах. Из вертолета РПГшки забрали? Да. Отлично. Короче, ты первый идешь? Ну да, и чё? Мне не кажется, нужен первый. По ДВ там с Доником есть связь? ДВ нет. Понял. Вот кто-то впереди с рюкзаком бежит. Почему-то мне это ДВ, да. У снайпера нашего есть. Может, пока не на нашу ДВ выйдет? Мой КВ? Да, не надо, сейчас я его догоню. Визор. А. По ДВ есть связь со Сдоником? Да ну, тут Зуха. Я вижу, да, Зуха. Ты же ДВ торчит. На юге близко возле нас. Ты же ДВ. Это и стрела БРДМ. На твоей высоте прям стоит. Можно ее с трубы выбить. Так, это работает? Давай, давай, сейчас скажу. Если можете мочить, мочите. Если не можете, надо не мочите. Пускай снайпер выбьет этого стрелка, да и все, не высовывайтесь. Да, точно, метров, снайпер да. Пусть выбивает. Он снайпер пускай выбил. Дальность есть чем померить? Ей. Ой-ой. Глупцы. Это по нам разве? Да это по нам летит. А кто спалился? Какой очень хороший человек. Мы, наверное. Сейчас Зуха сюда отработает, ё-моё, спрячьтесь. С Коброй нужна связь, чтобы она на себя отвлекла внимание. На снайпер же. А что с этой штукой не работает? С Коброй связь нужна, ДВ, ДВ. С Коброй свяжитесь по ДВ, скажите, пусть появится, пошугает. До стрелы всего 600 метров, до сушки меньше, где-то
все нажал. Да по нему стреляй. Есть кто на 2 прям? Да, есть на 2. Слушайте, можете появиться, это кобра, как я понял, да? Появиться, пошугать их, как у нам огонь идет с противоположного склона от фирзобада, как я понял. Метку поставьте. Метку сделайте на эту хрень. Какого противоположного? Можете метку поставить? Сейчас сделают. Так, вот тут мы на метке карка. На нас на врага. Ой, там, блин, не технику поставил значок, а пехота. Ну, ЗУ стрела стоит. Метку. Метку дали. Трубу не еще, мне, блядь. Очень далеко, не знаем. Трубу не сеть. Я выбил Зушкина, давайте еще трубу. Так, Зушку выбил. Снайпер стреляет на востоке. Давите их. Снайпера да, найдите, стрелу подавите. Там стрелу там видно где-нибудь? Стрелу да, видно сама? Стрела там же на горе, где Зушка. Сможете выбить? Не знаю, попробуем, у нас тут не взбериха. Вон вижу трубу нафиг. Пацан, трубу мне скинь. Альфи, постреляй туда, где дым. Так, где дым? Пока все никто не штурмует, просто сидим, отстреливаемся. Смотрим, чтобы у нас со спины никакая хрень не пошла, особенно с правой стороны, там возвышение выше нас. С правой стороны, с запада? В смысле, да, с запада, там камни. Что? Говори, что я все выбил и... Все выбил? На востоке, да, на высоте, стрелу, это стрелу. Стоит Зушка, вся техника вражеская выбита, вертолет прием. Зушку ж выбили. Да, стрела выбита. Еще стандартный. Ты же стрелу выбил, да? Да, вон горит. Все, да. Все выбили, подтверждают. Че? Тут где-то снайпер стреляет, где-то куда-то, куда я смотрю. Чего в Сошке не работает? Вероятно, не получается, наклон, наверное. А у тебя они все есть снаружи? Наверное нет. Вот об что-нибудь прислонись, об человека хотя бы. Ой, об землю не надо. Че? Пулемет. Я. Ты стрелял? Да. Видишь Зушку слева, которая на востоке стоит, стационарная? Не очень. Ну, наш страйкер выехал, я вижу. Сейчас попробую визуально. Там машинка в камнях стоит какая-то. Она работает. У нас машина на склоне. Где вертолет наш? Пускай работает оттуда. Машина вражеская на 200... Нет, на 200... На 210. Вертолет, зайди на шахты, короче, постреляй. Нет, такое ощущение, когда... Ай, кажется, вирус идёт. Убей его, пожалуйста, потом он очень мешает. Сейчас метку дам, короче, у гору убрала снайперы. Зайдите со стороны фирузобаза, короче, посмотрите. Мне кажется, вертушка когда-то сделала маневр, она упала и сломала. Нам вертолет подадут? Кобра, где ты? Кобра. Сказал, постреляй.
Кобру в студию. Это Карыч, там где снайпер? Сейчас вылетим. Что, как полетим? Ну, посмотри его. Да я смотрел, я его не могу найти. Ладно, пойду посмотрю. Посмотри в домиках, там вроде бы в доме он сидит внизу. Хорошо, сейчас посмотрю. Там махнул, наверное, опять. Слышь, да, ну да, не может попасть. Возле это, господи, стрелы, это горящие, к домику с мешками бежит человек с РПГХ или со стрелой. С противоположной стороны. Он высунулся, поняли? Слева от домика. Вертушки меня в лесу как-то накройте. В лесу возле шапки я. Красный. Дают расчет. Пехота, давайте слева, наверное, спуститесь немножко ниже и с низинки, с перевала этого нижнего заходите на гору. Я здесь остаюсь, с пулеметом прикрываю, если есть возможность. Спускаюсь. Обычные стрелки, и снайпер где-то да, нас долбит. У меня есть, что хочешь. Слева снайпер на востоке, я его искал, так и не на... Походу в домиках где-то стреляет. Да-да-да. Я на ДВ, алло, Вера, с домиком. Ты вообще Вера, на снайпер, пристреливается, зараза. Не вижу его. Саша, видишь? Вероста, походу. Сейчас посмотрим. Давай смотри сейчас. Уничтожим. Я не двигался по ДВ, но какая-то была тут у нас. На востоке снайпер стреляет. Ну все. Я тоже сижу, пока по мне стреляет. О, я вижу, слушайте, кого-то убили. Это Вероста. Где? Сейчас я под паузу. А, блять, откуда он стреляет? На ДВ. Стрелу выбивать. Так, кто еще на этой ДВшке, кроме меня? Убиваю. Обра. Чё-чё. Да, зоник там что-то бухтит, типа, да. Не слушает никого. Да, так, прием ДВ. ДВ, да, Браво, на связи? Да, ну, Альфа на связи. А Браво? Так, не убей меня, вертолет, я с этого... Ой, на дне прям. Паша, ты на связи? Проблять, если... Да, на связи. Убил у бункера пулемет. Понял, у нас тут снайпер давит, пехоту отправил вперед частично. Неизвестно. От шахты где-то с юго-востока. 120 где-то снайпер. Ловушек больше нет. Найти не могу. Там камни, вот из камней скорее всего. Ну я смотрел вроде, как бы у гору там, и шланг. Визор. Живой? А вы все на шахту? Будете ли на шахту? Кого нет из наших? На шахте не, вроде не должно быть еще пока наших. Ну мы поднимаемся, мы уже возле горящей зоны. Да, только входит. А там горят пехотинец, да, струхи? А вы его вроде убили. А, ну сейчас залутаем тогда, сожжем. Мне тоже туда идти? Знаю, хочешь. Если ты обычный стрелок, то... Ну да, у меня просто винтовка не нужна. Вы просто спускаетесь по центру, что ли? Не видишь? Мы уже поднимаемся. Пока нет. А. Так, все от шахты убегайте. Он может так, где-то давай, ниже быть. Нашел? Рисовка большая. А? Ну. На втором этаже никого вроде. Кто у нас на кучке такой стоит сейчас? Рисовка большая, она посидит. Да, свой. Тянет этот ПД у них или что? Кажется. Да нет, далеко еще. Не знаешь? Непонятно, кто это. Что-что? Информация по этому подойдет. Подожди, там подойдет, что-то говорят. А, тоже свои, все, отбой. А, там на шахте свои.
На шахту свои заходят. На шахту сейчас заходят свои, это я вертолет, поэтому сильно не работайте по шахте. Скорее всего, снайпер сместился, его не видно. Вертолет, может, пока отрабатывать сам город Фирузабад, там в район военной базы и минарет и дома на склонах. Паша, свои действия района духи стационарные выкидки. Пулеметчик, что? А я не знаю, где она находится. Где ты еще? Где ты? А, СВДшник стреляет на 260. Может быть, свои быть. В свои есть в районе стационарной зухи сейчас. Прием? Свои в районе стационарной зухи были, нет? Я, да. Есть, есть. Есть. Как поняли, есть люди наши. Так, я сел, пикап. Стреляю этот. Вы на шахту входите, взрываете там и сваливаете оттуда. Там долго сидеть не надо. Возле стрелы, возле бункера отходить, сейчас буду расстреливать. Кто-нибудь танк наблюдает? Танка, может? Танка на этой миссии нет. Ага. Понёрся, значит, оборон. Да. А что у них есть? Всё остальное есть. Дышка. Своя. Снайпер достреляет. В город не входите, нурсами отработаем. 200 от шахты бьют. В город снайпер. Никто пока не входите, пехоту. Сейчас нурсами работать будут. От шахты 200. 230, поднимайте. От шахты? Не-не-не, от шахты снизу, от ящиков, походу, которые внизу. Это какой-то другой снайпер, значит. Сейчас я по нему зушки постреляю, точно. А этот снайпер... Миска, враг снайпер, там где-то вражеский снайпер. На западе, который был. Он, скорее всего, сместился и идет к нам. Что, у нас снайпер тут? Скорее всего, да, будет снайпер здесь. Он сместился, он не стреляет по нам, значит, он ушел. Куда ушел? К нам сюда, скорее всего. Или к наверху. Где правый сейчас находится? Должны быть в шахте. Связан. Азуха че сейчас долбит? Это я стреляю. Понял, своя. Своя. От завода все отошли, пожалуйста. Че, может, пойдем к шахте? А куда этот снайпер идет? Шел по открытой местности и исчез. А? Надо. Так, все, я со снайпером снимаюсь, иду к шахте. Вроде прикрытия не осталось, здесь зайдется. Что связь? С вертушкой есть. Есть. Просто чтобы она полетала, там снайпер где-то будет, на той горе где дымится машина. Попробуй дойти. Я его не вижу, куда лететь. Так, та гора, это какая? Сейчас. Гора, по гору. На 240. От шахты? От шахты, да. Вертолет, а 200, на 240 от шахт на горе где-то шарится снайпер, можешь прочекать? А, вижу, сейчас снайпер с вертушки на самой, да. О, хорошо бьешь вообще. Все, его убрали в отмену. Где мы сейчас? На высоте? Ну здесь в районе шахты все свои. Сейчас вертолет будет город отрабатывать, будем спускаться вниз.
нашего. В городе вертолет отработает, посмотреть, что там происходит, и мы будем спускаться. Всё, снайпера нету. А Зоника, ты чё живой? Я РПКшу взял. Да. Сейчас буду стрелу до конца. Решай сам. Надо штурмовать город уже. Так, короче, штурмуем город. Вертолет не работай по городу. Кто будет снайперу, скажите, что подошли, я сейчас буду уже чай. Да, у нас же еще тайники нам надо найти. А, вертолет, короче, пошаривай эти координаты с тайниками. Там домики должны быть из них. Я смотрю, тут кто-то с кого на калаш перешел с американского. Открой на юге Адона. Какой взрывой. Карис, что там отойдите? Адоны на тайник, да, синий мир. Че ты хочешь? Никого сейчас буду ищить вот эту БРДМ. Она же сгорела уже. Да нет, она стоит. Она уже прогорела, я думаю. Да. Вот на шикашку бы эту колеса бы я сбил. Подружки можно еще посидеть, гору по свету пропасть. Жанна снимает. Так, в город, короче, пошли. Спускаемся вниз, кто-то залип. Надо быть на 200. А ее можно таскать, эту ложку, чтобы подработать? Нет. Да вы меня звали, что ли? Да, что вы. Так, тайнички ищите. Место тайник, да? Ну, фиг знает, короче. Что так? У меня есть одна УПшка и два кумулятива. Пойду сейчас дома выйдет. А, народ, вы неправильно ищете. Как бы их игры-то не по-другому располагаются. Окей. Вы ищите, типа, по игре часов. Осталась военная база. Там ящик и тайник еще найти, уничтожить все. А, противников неизвестно. Мы тут убили двоих. Я убил одну снайпер, который на горе. Минус три. Двоих там они. И в машинках еще по одному. А, ну да. Может, человек 4 еще осталось. Показали? Ага. Ну да, можно попробовать. Блин, надо было за шикару стрелять в казарме. Прикручивай колеса. У меня есть УПшка, мы по казарму можем стрелять. Там свои бегают уже, аккуратно. Да, я вижу. Тайник-то нашли? Тайник нашли, да? Нет, они его могут перемещать куда-то этот тайник. Или он именно нет. В каком-то месте должен. На координатах там есть в заданиях координат. А что не нашли? Не смогли найти. Нет, нашли. Погоди, не надо. А, вот ящик нашел. Это вертолет долбит? Это вообще работает, по-моему. Не, это вроде бы этот страйк. Понял. Чё, взрывай. Сейчас по домам постреляюсь, пока ему... Взрывается? Казарм? Казарм я постреляюсь, пока ему не сложится. Ладно, заеду сейчас в казарм. Не надо из РПГ туда стрелять. Паша, уходи в это, отводи всех тебе на то. Уводи всех, ребят. Так, казарма чистая, в которую я забежал. Паша, уходи, говорю. Куда?
куда уходить? А потом. Куда уходить? Верт, ты вышел что ли стрелять? Нет, казарму здесь, да, мы. Что-то стрелял. От казармы, все от казармы. Все от казарм. Вертолет сейчас работать будет. Окей, не пережил попадание. Это я убиваю. Ой, у меня сетчо есть. Сейчас взорвешь. Паша, ты ушел, надеюсь, оттуда? 20 секунд, боевой взвод. 20 секунд. 20 секунд, меньше уже. Ты своего убил, ё-моё. Мерка ранен. Да я жив, а я не знаю, я далеко стою. Походу бронетанковая. Ворон, не иди, там сетчел стоит сведённый, ё-моё. Да, два тайника. А, там на одном из тайнике была мина, вроде сняли, но аккуратно, смотрите. На тайнике, говорят, мина была на одном из них, помза, аккуратно. И меня нечем взрывать, у меня нет сыча. Да. Это мы или по-моему? Да, мы. Сейчас сориентируюсь. А, все. Что-то как-то грустно. Да. Ты рубанул руками? Нет. Грустненько. Я последний вроде убил. Ты меня взорвал ничего. А что за тайники в конце высоты? Я кричу, ты был на ДВшке, а я в КВшку кричу, не ходи, ворон, туда.